Друзья, всем привет! Завалялась у меня вот такая пластиковая канистра, ну и сегодня решил сделать из нее самоделочку. Самоделочка довольно-таки простая, идея не новая, но она очень полезная. А как вы сами знаете, полезными идеями нужно обязательно делиться. Поэтому усаживаемся поудобнее. Всем приятного просмотра! Thank you.
Итак, друзья, вот такой ящик для переноски инструмента у нас сегодня с вами получился. Выглядит компактно. Сзади разместил рулетку, на специальную пластиночку крепится. По бокам разместил два обрезка полипропиленовой трубы. Прикрепил их на клипсы. Для чего на клипсы? Для того, чтобы менять эти трубы. К примеру, нам нужно закрепить по обе стороны только отвертки. Тогда нам нужны сквозные отверстия. А допустим, к примеру, нам нужно с одной стороны разместить отвертки, а с других очень короткие биты. Тогда мы в трубке сверлим только одну стенку. Допустим, мы поняли, да, а вдруг нам нужно и здесь отвертки разместить, и здесь. Тогда нам нужно будет сквозные отверстия. Следовательно, мы можем нарезать 4-5 трубок с различными отверстиями и под каждую задачу ставить свою трубочку. Вот такой вот получился органайзер. Мне понравился. А как вам? Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!